Я это невозможно. Почему не принимаешь участие в турнире Чика? Спасибо большое. Меня туда никто не звал. Меня последний раз туда позвали 2 или 3 года назад. Я четко сказал, что я готов принимать участие только при одном условии. Я с Левшой в команде. Без жеребьева. Вот. Димон на такие условия согласен не был. Я сказал, хорошо, без проблем, идите на. Все. Понимаешь, бледу, в котором деньги в карман пихаю не я. Ну как там с деньгами? Айлинс. Деньги, сейчас я отвечу. Деньги в карман пихаю не я, а кто-то их пихает себе за мой счет. Я готов принимать в этом участие, только если мне это принесет удовольствие. Мне принесет удовольствие нахождение в одной команде вместе с Левшой. Вот. Он не согласен, все хорошо, вопросов нет. Все, вопрос закрыт. Ну, не с тобой вопрос закрыт, а типа, ну ты понял.